Доброе утро, ребята. Вот и настал апрель. Ну, честно сказать, не знаю, какой апрель сегодня, но... ну, не знаю, короче. Короче, время пахать, ребята. У нас тут, значит, огородик 1000 квадратных метров. Но, естественно, минусую вот края. Короче, все мотоблоками бегают туда-сюда. Сейчас поменяем, значит, фрезы поставим вместо колес и начнем фигарить, так сказать. Вот такие вот пироги, ребята, вот. Так, надели перчатки. Его, естественно, наперед переклоним, чтобы было легче менять. Прямо вот так вот. Вот так я кладу его. Так, вытаскиваем колесо. Чтобы, ребята, вот этих штифтиков не терять, да? Вот. Штифты и такая эта фигушка, короче. Вот здесь у меня магнит, ребята. Вот раз и два. То есть не теряется уже, короче. Вот такая хитрость. То есть что мы делаем сейчас? Переклоним туда, вытаскиваем шину, подготавливаем фрез. Вот фрезик наш, ребятушки. Ха-ха. Прикол расскажу. Один раз я поставил их наоборот. Значит, правую на левую, а левую на правую. Блин, у тети там что-то не идет нифига, что-то бегает он, блин. Ну, не врезается в землю. Я говорю, что за фигня, вы что, что это такое вообще? Что за земля, говорю, тетя у тебя тут? А там был пушок на самом деле. Оказывается, фрезы у меня наоборот стояли. Ну, блин, фиг. Короче говоря, вот так переклоним. Освободим его. Вот так. И ложим рядом, естественно. Вот так. Положили. Поставили фрез. Эту штифт. Вот с другой стороны то же самое, ребята. Колесо рядом отодвинули. Вот так. Я вам скажу, мотоблок хорошая штука, ребята. Не знаю, мне она нравится. Прям помощница, короче. Вот так, все. Он уже у нас готов, ребятушки. Сейчас, значит, перекашиваем его обратно вот так. Вот она, Сергей Анатольевич, лурга, лурга, то есть синька, она же синяя у меня, то есть синька она у меня тоже, синька, блин. Так, ребята, еще маленькая хитрость я вам скажу. Первый аккумулятор, как я убил, ребята, как я убил, сейчас расскажу. Значит, я думал, что кнопка декомпрессии, да, нужна только для того, когда вручную его заводишь. Поняли, да, ребята? Когда вручную его заводишь. Оказывается, что вручную, что зажиганием, да, ребятушки? То есть, ее уже трудно крутить все равно, да? И аккумулятору
Настает пипец, короче. Вот он у меня уже 3 года, вот, блин, еле догадался. Оказалось, что декомпрессию все равно надо включать. То есть нажимаешь, она фиксируется. Если не фиксируется, да, вручную здесь пускач трогаешь, ну этот, на веревке, что находишь точку, чтобы она зафиксировалась. Зажигание, раз, она готова, блин. А я без него заводил все это время. Думаю, что она у меня разряжается так, этот. Понимаете, да, ребята? То есть, что стартеру и аккумулятору, да, трудно его проворачивать. Есть какие-то точки там. Что руки, естественно. Вот такие вот пироги, ребята. Ну что, заведем, сейчас чуть-чуть назад дадим, чтобы уже оттуда начать. И пойдем, поехали. Надо спасать, ребятушки. Ну, ветерок есть чуть-чуть, но фиг с ним. Такие вот пироги, ребята. Аккум у меня совершенно новый стоит. Пришлось, блин. Ну, я испортил так. Я же говорю, надо его за это самовать. Так. Сейчас надо. Сейчас заведем. Так, надо, естественно, чтобы она в нейтралке стояла, ребята. А то, не дай бог. Газу даем. Газу даем по максимуму и заводим. Ребята, немаловажный фактор. Когда чуть-чуть сыро, да, работаем исключительно второй скоростью и на большом газу, чтобы не сильно прилипало, ребята. Поняли, да? А то, если будет прилипать, получается, что вместо культивации делаем катком, короче. Как каток забивается, вот это, и все. Вот как-то так, ребята. Заднюю включим и поедем. Ребята, я вам могу сказать, естественно, земля сырая. Вот сейчас покажу. Вот такая вот земля, блин. Ну, верхний слой еще нормально, вот пониже, естественно, вот такая у нас вот клинообразная, блин. Все, ребята, вот такие пироги надо спахать, не до видосов, естественно. Вот так
краем прошлись по красным смородинам, ребята. Вот такие вот пироги. Ну все, надо работать, ребята, чтобы потом было чем жевать или чем закусывать, короче. А Синька будет свою работу делать. Ну давайте, ребята, пока-пока, короче, всем. Не знаю, потом, наверное, еще пару минут сниму, как я его спашу. Но что-то, не знаю, что-то не нравится. То бегает, то вперед рвется, то заревается, я уже заметил. Ну земля не та, короче. Ну давайте. Ребятушки, вот уже два хороших круга сделал. Сказал, что узка и мотоблок минут 15 отдыхает. И я, ребята, смотрите уже по кругу. Красотища и т.д. и т.пище, короче. Ну чё, вот это значит, естественно, как его плоды, значит, за это самое, то, что сверху огород не убран. Но это фиг с ним, я вам скажу, ребята, это сейчас можно вручную чистить шпателем, я не знаю, или чем-нибудь, поняли, да, ребята? Еще вот что я думаю, ребятушки. Перед посевом, да, вот на фланге, так сказать, слева и справа. Ну вот там слева у меня пойдет, ребята, мусахилаури, естественно, виноград. А вот с этой стороны там помидорчики, там наверху огурчики. Ну помните, да, что в прошлом году у меня было тут. И, как сказать... Ну, я думаю, еще разок пройтись, все равно сырая земля, ребята, не такая, не так она рыхлится, вот все равно, вот, смотрите на структуру, то есть, ну, такие маленькие эти, ну, комки, короче. Ну, насчет нашей земли, я вам скажу, ребята, это круто, потому что тут, ну, почти глина, блин. Вот, смотрите, вот. Вот прижимаешь пальцем и смотрите, вот отпечаток можно прочесть. Видите? Вот такая у нас земля, блин. Вот. Пожалуйста, вот видите, да? Я вам скажу, ребята, что Hyundai или Hyundai, блин, у меня этот, что-то я его включил или я в дерево задел где-то. Фара у меня работала. А потом удивляюсь, почему у меня этот за это самое. И т.д. и т.п. короче. Аккумулятор почему садится. Вот такие вот пироги, ребята. Ну все, давайте. Встретимся еще в обед, наверное. Еще, ну, три круга или два сделаю. Естественно, круг делаем. Еще... укорачивается круг, еще круг, еще укорачивается, ребята. А на середине у меня тут, да, вот была посажена картошка, ребятушки. Здесь, я вам скажу, вот отсюда, где-то вот отсюда, вот, и не доходя до забора, 6 КАМАЗов навоза, ребята. Даже вот цвет отличается. Смотрите, как КАМАЗ ехал оттуда, да, вот оттуда он начал, и здесь уже на выход. Вот смотрите, здесь потемнее земля. Вот на край, смотрите, вот справа. Уже нифига. Вот как-то так, ребята. Такие пироги, короче. Ну, ветер, естественно, без ветра я не могу работать. Вот такие вот пироги, ребята. Ну, чисто корейская штука, ребята. Я вам скажу, что я этот, как его... Ну, вообще не, ну, вообще, ну, нормальный продукт, короче, или как сказать, поняли, да? Вот так вот. Ну, давайте, все, короче, я сейчас его почищу, вот, и продолжим. Покажу потом мой обед. Блин, надо было винца взять, но, что вино, блин?
после вина только секас хочется. Ай, блин, я не могу. Работать уже не хочется после вина, ребята. А секас только ночью, говорят. Вот так вот. Ну все, ребятушки, шутки шутками. Вот так вот. Ну давайте. До обеда. Короче, ребятушки, справились так или эдак. А это кто такой? Эй, иди сюда. Короче говоря, ребята, я принял решение. Одним словом, надо чуть-чуть, когда подсохнет, еще разок пройтись поверху. Ну как поверху? Чтобы она еще стала, как бы, вот здесь по второму разу прошелся, вот по цвету видно, да? Но все равно, ребятушки, вот смотрите, вот эта птичка у нас называется мать плуга, плуг, то есть, да? А это его мать, короче. Плуга, вот, мамочки бегают. Мать плугов, то есть. Видите, да? Вот они, вот. Вот такие вот пироги, ребята. Ну вот уже и прожектор отключат. Вот-вот, ребятушки. Короче, пора уже за это самоваться и домой пойти, короче. Такие вот пироги. Но я обед не стал снимать, ребята. Сильно у меня был жирный обед сегодня. Брат позвал. Угасил хинкали, пожарили, короче. И т.д. и т.п., короче. Посмотрите, какие они красивенькие, вот эти вот мамочки плугов. Видите, вот они такие красотули. Вот. Ну и догадались, да, что это за птичка, ребята? Вот такие вот пироги, ребятушки, вот. Вот и все. Отключили наконец-то. Отключили, блин. Пора домой. Вот такие вот пироги, ребята, вот. Ну-ка там посмотрим, как там. Ну все, сейчас до конца опустят рубильник и все. Такие вот пироги, ребята, вот. Ну-ка посмотрим, что там творится. Уедет, ребята. Ну, никак я ее не застану там, блин. Эту едку, блин. Никак не застану. Ну вот, я же сказал, ребята, все, прожектор уже отключили. Вот, пожалуйста. Где там было солнышко? Все уже нету нифига. Все уже. Вот тебе и прожектор. Ну что, ребятушки, я могу сказать сегодняшним днем? Я могу сказать, что это Калима грузинская, блин, для меня. Да ну его нафиг, сегодня устал вообще, дурдом, короче. Руки болят, когда заревается, ребята, о, ничего страшнее нет, ура. Когда она заревается, короче. Вот, отзели, короче, резину уже. Вот фрезики. Он у меня раком стоит, блин. Краб такой речной, блин. Ну все, давайте, ребятушки, пока-пока. И т.д. и т.п., короче. А, вот, кстати, как она цветет. Кизил, ребята, в лесу. Сейчас приближим. Вот это вот над домами что, да, это все кизил желтым цветом. Вот смотрите, ребятушки. Видели? Вот желтый цвет. Это цветки кизила, ребята. То есть кизил расцвел уже. Вот такие вот пироги, ребятушки. Вот.
Это все кизил желтым цветом. Вот видели, да, сколько желтого этого цвета. Ну, еще приближим. Вот. Так что кизила полно тут у нас. Смотрите, вот. Ну все, ребята, пока-пока, короче. А то завтра еще работа.